В 2011 году сын Джао Мэйфэн погиб в результате ДТП, но присужденная судом компенсация в размере 240 тысяч юаней осталась невыплаченной, так как обвиняемый не располагал имуществом, которое можно было бы реализовать. Принимая во внимание тяжелое положение этой семьи, которая погрузилась в пучину страданий, Народная прокуратура города Фэншэн провинции Ляонин в соответствии со своими полномочиями запустила процедуру по оказанию помощи в судебной сфере. 23 августа 2021 года Джао Мэйфэн получила 70 тысяч юаней материальной помощи. В период с 2015 по март 2022 года органы прокуратуры разных ступеней открыли в общей сложности 133 тысячи дел о помощи в судебной сфере, в результате которых была выдана материальная помощь в размере 1 миллиарда 846 миллионов юаней. Народные суды разных ступеней рассмотрели в совокупности 290 тысяч дел о помощи в судебной сфере, благодаря чему была выдана материальная помощь в размере 6 миллиардов 869 миллионов юаней, которая охватила 440 тысяч человек в тяжелом положении, имеющих отношение к этим делам. Закон также протянул руку помощи другим, являющимися сторонами дела гражданам, которые в связи с тяжелым материальным положением не могут оплатить расходы по юридической помощи в судебном процессе и при этом отвечают требованиям закона. 1 января 2022 года официально вступил в силу закон о юридической помощи, который через дальнейшее увеличение способов, расширение рамок и повышение уровня оказания юридической помощи обеспечил каждому гражданину равные права в суде.